Еще одна жемчужина этого зоопарка, помимо белых тигров, это орангутанги. Здесь у них очень большая колония, но вот сейчас тут один только виднеется. Вольер большой, с водной преградой. И орангутанов здесь можно даже заказать, чтобы с ними позавтракать. То есть ты будешь сидеть, и за твоим столиком будет сидеть орангутан и есть там фрукты свои, бананы, яблоки. Что-то сейчас вот он в кормушке пытается раздобыть как раз палочкой, как будто термитов или еще чего добывает. Орангутан. Очень редкие стали эти животные. Сейчас он вернется, я там цепляю. Вот это вот в помощник Цезаря, в планете обезьянки. Пошли вас одеть. Вот примерно сейчас мы с верхней точкой обзорной смотрим вольеры орангутанов. Вот тут вот для них очень много жердей всевозможных, очень много воды. Они могут за пределы его выбираться. Вот смотрите, вон там вот на жердочке могут вот малыш детеныш вот так на дереве, и вот наверное вот на то огромное дерево от капука тоже могут забраться. Смотри, он как... у него смотри, все так горло, это горловой мешок, это самец, значит он им вот будет такой огромный, да, зоб. Ногой держит, значит, хворост. Вон он, малыш. Маленький. Перешел. Послушает право. А это затихло. Пачка хвороста в одной руке. На такой высоте такой малыш так себя уверенно держит, с ума сойти. Отхлестал. Давай, давай. Врежь ему тоже. Оп, оп. Покатился как колобок. Я обнял такой. Дружба, Андрей.